То есть вы настолько далеки от политики, что вы не можете открыть карту и понять, кто на кого напал, да? Ну почему? Мы примерно-то знаем. А ну расскажите, расскажите свои примерные познания. Вот если честно, по нашим новостям мы знаем о том, что... Я вообще ничего не знаю, если честно. Ничего себе! Я правда вам... Как вот у вас так мыслительный процесс замкнулся. Не, ну и серьезно. Владимир, меня зовут Евгений. Я думаю, все скорее напали не Россия, не Украина, а Америка. Евгений, Евгений, Евгений. Нашими руками... Нас лбами сводят. Евгений, вы красавчик. Расскажите подробнее об этом. Нам такие люди нужны. Расскажите, пожалуйста, эту теорию.